отец сказал так. Мне не важно, будешь ли ты великим спортсменом. Мне важно то, что ты приложишь к этому максимум усилий, сделаешь все для этого. Поэтому я желаю молодым ребятам. Да, может быть, вы не будете играть в большой, но вы должны сделать все на максимум, чтобы достичь своей цели. Я вам это желаю. Цель нашего приезда, во-первых, познакомиться с командой, с которой мы будем работать, сегодня проводить мастер-класс с детьми, вот, показать им тренировку нашей академии. Если тренировка понравится, чтобы ребята и тренеры что-то взяли в вооружение с нашей тренировкой, от нашей методики спартаковской. Вот. И естественно, приветствовать и пожелать детям, которые сегодня вступают, вот, старшие будут поздравлять младших с принятием в клуб, как бы пожелать детям, чтобы они, у них было здоровье, чтобы была удача в футболе. Шишку вращайте, так же двигайтесь, набрасывайте шишками. Потом так же двигайтесь, потом. Принимаете вино, так же руками, да? Спартак преследует такую цель, что за здоровый образ жизни, за занятия спортом, не обязательно даже будет это футбол, но чтобы ребята реализовывали себя. Малыши, которые приходят, кто занимается спортом, футболом в частности, чтобы они реализовывали себя и достигали наивысших достижений, что они хотят в жизни.